Зима началась без опозданий. С 1 декабря всю Московскую область накрыли мощные снегопады. Но в Химках осадки не стали причиной для волнений. Благодаря работе коммунальных служб город не утопает в снегу, а наслаждается атмосферой самого волшебного времени года. Ежедневно на уборку снежных завалов выходят более 300 единиц техники. Среди тех, кто делает город чище, водитель с 12-летним стажем Раиль Канеев. Сам родом из Пензенской области, приехал в Химки 3 года назад. Получил в свое распоряжение новый трактор и теперь признается, работать – одно удовольствие. Трактор новый, он завозится нормально. Перед тем, как завестись, машина проходит полный осмотр. Выйти на линию разрешается только в том случае, если трактор полностью исправен. Выходит у нас механик. Трактор проверяет все визуально, все, чтобы нигде подтеков, ничего. Все горело, все моргало. И выезжаем на рабочее место. Ни минусовая температура, ни сильный снегопад на работу техники не влияют. Единственное, что может помешать – припаркованные машины. Но там, где не прошел трактор, убирают люди. Коллектив у нас дружный, очень дружный коллектив. Мы уже с ними не один год работаем. И все друг друга знаем, все друг друга понимаем и приходим какие-нибудь помощь, как всегда, если ломался, там оперативно, чтобы человек не мерз. Взаимная поддержка, хорошая команда и уверенность в завтрашнем дне. То, что мотивирует Раиля Канеева каждый день спешить на любимую работу. Стабильность. Понимаешь, когда стабильность есть, вот примерно 15 дней проходит, там сразу на карточке денег приходит. Уже не надо переживать, потому что денег нет, значит, завтрашнего дня все стабильно, все хорошо. На вопрос, хотел бы он поменять профессию и сменить род деятельности, водитель с 12-летним стажем без раздумий отвечает «ни за что». Говорит, нашел себя и счастлив, что каждый день делает город чуточку лучше. Нина Липанова, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.